Цесси, если брать, да, Каспер чуть-чуть ограничен в размере. Ну, он более для свежего рынка, хотя очень успешно его и выращивают компании, которые занимаются выращиванием для заморозки. Ну, регион упаковки, у нас, ну, большие производители, то Каспери выращивают, только, ну, с нашего ассортимента. Уже чуть более новее гибрид Цесси цветной капусты, он уже не столь лимитирован, скажем так, в размере, может расти уже там 2-2,5, ну, да, на что Каспер и Санта-Мария, это всегда там, скажем, способны сохранять качество тоже. Иногда даже, когда не проверяют, как бы, размер, то есть он там себе растет, ну, закрытый, он растет, набирает, иногда уже там, ну, из-за 2,5 килограмма набирает. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.